Привет. Мы едем в Окснард. Ну, это откуда начинается Лос-Анджелес, уже дальше город такой. И сейчас мы проезжаем такое место, где не видно. Этот, что-то за забором не видно. Почему так? Сиклиф. Это место называется Сиклиф. Вот там в океане не видно почему-то забор. Да почему такое? И выше поднимаю, и не видно Сиклиф. А, вот видно. Сиклиф. Значит, ну, утес, каменный утес. Вот там такой островок, а к нему проложен мост. По этому мосту можно только пешеходом пройти. И то не всем. Вот все-таки не видно будет сейчас за забором. Ну ничего, на океан посмотрите. По этому мосту можно пешком пройти, и то не всем, а только те, кто живут вот в этом местечке Сиклиф, только им. Это приватная территория. Оно под замком. Вот сейчас отсюда покажу. Вот отсюда, наверное, видно будет. Это приватная территория. Там, наверное, благоустроено, типа как парк. Я не знаю, я стояла там, где у них закрыто, ворота закрыты. Ну, сколько там? Ну, меньше километра, наверное. Может быть, вот этот мост сейчас не видно. Может, как-то сейчас. Скорее всего, там вот на этом островке, на Сиклифе, благоустроено, там, может быть, скамеечки, вон пальмы растут. Скорее всего, их там посадили. Не видно, ничего не видно. Видно только забор почему-то. Уже и повыше поднимаю. Вот здесь вот уже живут, здесь собственные дома. Вот такой забор, чтобы отгородить эти дома. И вот сюда вот, если завернуть, сейчас я показываю, и заехать сюда, то там можно пройти к этому Сиклифу. Но там ворота, и там написаны телефоны, куда можно позвонить, чтобы спрашивать. Вот отсюда, может, кто-то будет. Нет, не видно. Но все равно, вот это. Ладно, дальше буду тоже снимать. Пока.